производим пересадку сверхострых перцев. Все, что у нас осталось, это один шоколад, один каролина шоколад, один тринидадский скорпион, каролина риппер и 5 каролина йеллоу. Самый большой по всходам сорт. На него прошу обращать внимание. Понадобится нам для пересадки теплая вода, пульверизатор, литровые горшки. На Валберсе приобрели за 270 рублей 20 штук. Тоже удобрения, которые я покупал при посадке семян в кассеты. Стоит там, не помню, сколько я говорил в предыдущих видео. Новый грунт посоветовали, совершенно недорогой. За один пакет 10 литров мы заплатили 75 рублей. Перлит 2 литра 60 рублей. Грунт мы уже готовили. В нем мы, значит, замешали столовую ложку данного удобрения для перцев специальное и 2-3 столовые ложки перлита. Это на вот кастрюлю литровую. Значит, в горшок мы засыпаем грунт. Грунт мы будем смачивать в данном этапе. Готовили каролина шоколад, я уже его вынимал из этой кассеты, сейчас сделаем повторное. В центр ее ставите и аккуратненько высыпаете грунт. Растения очень капризные, эти перцы. Пересадка получается будет еще раз уже 20-литровые горшки. Я думаю, через месяц, через полтора. Сейчас данному росточку где-то около 6 недель. Еще раз поливаем. Ну, таким образом будут пересажены оставшиеся перцы. Далее мы покажем, как все это дело закончилось. Так, ну вот и все, закончилась пересадка сверхострых перцев. Вот у нас их 8 штучек. Литровые горшки. Поливать теперь мы будем первый раз только через 10 дней. Если бы мы высаживали их в открытый грунт, то 2 недели нужно было выдерживать без воды. Сейчас будем наблюдать, что будет дальше. Хлопение мы выводим, чили мы вывозим все на дачу. Все острые сорта останутся в Москве. Простите за долгое видео, просто вот быстрее сделать это было невозможно. Максимально пытался сократить. Всем спасибо за просмотр. Если видео было полезным, поставьте лайк.